Кен, давай посмотрим на эти платья. Они очень красивые. Да, Барби, ты права. До нашей свадьбы осталось мало времени. Мы можем выбрать и твое свадебное платье. О, Кен, наконец-то! Наконец-то настал день нашей свадьбы. Не это. Нет. Нет. Ага. Кен! Ну что ты думаешь об этом платье? Оно красивое. Эти цветочки на этом платье мне не понравились. Дорогая, а что ты думаешь насчет этого платья? Могу примерить. Нет, никогда. Оно короткое, Кен. Оно очень короткое. Свадебное платье, оно должно быть длинным и плюс пушистым. Барби, иди сюда. Я уверен, тебе это платье понравится. Так, оно покрыто узорами. Кен, как я выгляжу? Привет, Барби. Я так поняла, у вас будет свадьба с Кеном? Да. И поэтому мы выбираем для меня свадебное платье. Поздравляю вас! У нас для эксклюзивных клиентов есть эксклюзивное платье. Если не трудно, я могу на них посмотреть? Конечно, Барби. Одну минуточку. К этому прекрасному платью прилагается серебряная диадема и плюс шлейф. Вау, оно очень красивое. Я хотела бы его примерить. Кен! О, да, Барби, отличный выбор. Ты выглядишь прекрасно, Барби. А сейчас настало время выбирать букет. Да, а какие букеты у вас имеются? У нас есть три варианта букетов: красные розы, ромашки и голубые цветы. Я остановила свой выбор на розах. Красные розы – это символ вечной любви. Угу, понятно. Осталось добавить несколько аксессуаров. А что ты думаешь об этом колье? Спасибо, мне очень понравилось. Кен, уже нет смысла ждать. Можем сегодня же пойти обвенчаться. Ля-ля-ля-ля. Кен, как же я тебя сильно люблю. И я верю, что мы будем всю жизнь счастливы.